маме скажи привет. Помаши маме, повернись. Привет, вот так. Вот так. Направляемся. Не будем говорить, куда, тайна. Секрет. Мы слишком много секретов. Секретные рецепты, секретные. Ну да, так же интереснее. Мы еще не решили, когда мы дойдем до того перекрестка. Габи, иди сюда. Куда мы пойдем? Может быть, мы пойдем в белое кафе? Или мы пойдем? Иди сюда. Габи, иди сюда. Мама, догоняй. Ну, в общем, мы пойдем до перекрестка и на перекрестке решим. На перекрестке дорога. Какая она такая. В Идошкиной футболке? Да, она обожает эту футболку. Это Идошкина. Кстати, на 6 лет. Это он в прошлом году ее еще носил. А сейчас она и такая, как туника такая, платьице. Такая смесная. Кофточка беленькая лежала, что-то наверх пошла. Ну, она, я пошла, все взяла. Ничего страшного. Ну, в общем, мы пошли. Вылазка. Вылазка. Это котлета свиная, это грибочки тампура, мама с палочкой, и Габи. Вот такие у тебя друзья. Какие? Итак, девочки кушают мороженое. Доша тоже кушает, но он там с мальчиком, с соседом разговаривает. Доша мечтает идиота. Мы, конечно, все не так получилось. Все, на самом деле проезжала машина сейчас, мороженица с музыкой. Они всегда проезжают, но не всегда заезжают на нашу улицу. И мы выбежали с Дошей навстречу. Мы-то с мамой как мечтали, что мама подойдет, сама купит, а я буду снимать. Это какая моя мечта? Но так получилось, что я, мама дала мне, вручила кошелек, я побежала. Побежала. Но смысл в том, что машина потом завернула на нашу улицу все-таки. Ну вот, так что. Так что мы тут сидим, кушаем. Хорошо, что у мамы хороший сын. У нашей мамочки хороший сын. Бабушка бы сидела до скончания века. Я так и ждала эту ситуацию ждала. Музыка играет, детки подбегают. Это же красота. Да. И вот тебе куча сидит, и мы тут на крылечке сели, и кайфуем. Кусает. Вон и Дошка идет с мороженым. Сильно разбегается. Грегори сказал, что он может прийти к нам к моему дому, и я сказал, что почему нет. Хорошо, о чем вы еще говорили, кроме этого? I know. We just checked out his Pokemon cards, it's really good. Ну хорошо, сколько ему лет, ты спросил? В каком он классе? Тут снизу сейчас будет капать. Он, ты спросил, в каком он классе? Ясно. Ну, хорошо. Опять она едет по кругу. Машина по кругу возвращается. Я знаю, он in French immersion school. Очень обидно. Может, по второму разу? Угу. Кушайте, бабушка. Кушайте и не отвлекайтесь. Да мне не... Я уже просто за компанию. Я бы детям... Ты самое дорогое купила? Нет, то, что дети выбрали. Не самое дорогое, но нормально. У ИДО дорогое. Нет, не самое даже дорогое, было еще дороже. У ИДО что-то за $4, у Габи за 2. Одинаковое. Нет, у него большое, у тебя среднее, у Габи маленькое. И Габуся рядом с ним стала. Тима, я залетаю. Ручка грязная? Ты вся перемазанная. Ты вся шоколадная девочка, сейчас мама вытрет тебя. Кусь, на. Скажи спасибо, это бабушка купила. Лабриют. На здоровье. You welcome. You welcome. Ты что, Идошенька, это моя была мечта, как сказать на английском? My dream is come true. My dream. Моя мечта сбылась. Моя мечта сбылась, купить мороженое, но я хотела сама. И такая громкая достаточно музыка. Да, она очень громкая. Я ее на третьем этаже слышала, видимо, где-то две улицы от нас да, она да. была. Я говорю, где-то вчера было так же, только она не появилась. Может, она и появилась? Но просто я все эти... сидела, даже никто не проезжал подобно бы. Угу. Я бы тут слетела с лестницы, была бы там. Я представляю, или соседа бы попросила, он тут сильно вчера разговаривал с детками. Сказала, ну-ка давай быстро бегом туда. Погнал. Ну ясно, ну вот хорошо, бабушка довольная. Guys, yesterday
We waited for like 12 hours, even my dad. Не, ну это понятно. Не 12 hours, вчера вы сидели здесь просто час. Да, она просто не проехала. Не потому что у детей мороженое в холодильнике каждый день. Не поэтому, а потому что кайф, что проезжает машина и бабушка. Деловая. И бабушка, когда я широкого плеча. Когда я их вижу, конечно, и поэтому я с удовольствием хочу хоть как-то что-то, чтобы они запомнили. Бабушка покупала и мороженое с машины. Ням-ням, моя грязная вся уже. Питон, ты мне ее закрываешь, я же ее снимаю. Ладно, пошли вытирать руки. Давай, у нее капает сам.